Доброго времени суток, дорогие друзья! Мы находимся в торговом комплексе «Галерея», который находится у Московского вокзала на углу Невского и Лиговского проспекта в центре Питера. Знаете, тут вообще, конечно, много интересного. У меня еще прямой эфир был ВКонтакте, который я забыл перелить на тубик. Я ссылочку оставлю в описании. Но сейчас мы будем обозревать не что иное, как вот это. Ну что же, разумно полагать, что надо начать со входа. Вот, как говорится, девочки налево, мальчики направо. Ну вот мы, собственно, и поворачиваем направо. Так, ну что? Ну здесь, в принципе, нет ничего особенного. Датчики. Но почему-то датчик не срабатывает. Почему он не срабатывает, я не понимаю. Может быть, он как-то по-другому организован, но посмотрите, что здесь творится. Но сейчас я буду показывать самое интересное. Вот. Вы, наверное, сильно посмеетесь. Вот это самый компактный унитаз, который я видел. Даже когда я был в детском саду, еще при Советском Союзе, таких компактных унитазов я не встречал. Вот смотрите, вот моя нога в сапоге. И вот этот унитаз. Сравните их по габаритности. Как вам? Ну, знаете ли, позаботились даже о самых молодых гражданах. Ну, вот этот уже нормальной габаритности. Так, замок не работает. Ну вот здесь, как мы видим, поворотный шпингалет. Вот он закрывается. Конечно, если дернуть эту дверь, то этот шпингалет просто слетит. Ну здесь, в принципе, ничего особенного. Частота так себе, средняя. Ресурсы есть? Есть. Конечно, несомненно, приятно то, что кабинеты здесь отгорожены полностью, как снизу, так и сверху. Это большой плюс. Ну и теперь, конечно, покидая кабинет, необходимо посмотреть, как тут работают мойки. Смотрите, они тут двухуровневые. То есть для самых молодых граждан, чей рост заметно меньше метра, здесь тоже все предусмотрено. Это, конечно, приятно. Ну, вот как видно, датчик на кране работает нормально. Но вот то, что тут мойка сделана одна, это вообще, конечно, забавно. Вот видите, она тут длиной около 3 метров. И вот сушилка фирмы Electrolux. Да, датчик срабатывает хорошо, только что сам не сушился. И сейчас покажу еще одну деталь, которая тут есть. Вот она, видите? Ультрафиолетовый дезинфекционный аппарат. Вот видите, здесь кварцевые лампы, и там почему-то вентилятор не работает. Может быть, он включается или выключается, я не знаю. Ну что ж, в принципе, кому-то ничего особенного, кому-то нормально. Ну, не идеально, конечно, но все же, сколько тут народу ходит. В общем, огромное спасибо и хороших заработков всем тем, кто поможет хоть на сигареты. Помочь можно по номеру +739 869 9591. Банк на ваш выбор. Ну, на этом я с вами прощаюсь до нового видоса. Ставьте лайки, пишите комментарии. А если посмотрели, вам понравилось, передайте другим. Буду очень признателен за репосты. До новых встреч!